23 февраля в Омске прошел финал регионального этапа по мини-футболу в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу». Его участниками стали девушки и юноши в четырех возрастных группах. В отборочном туре состязались 60 команд со всей Омской области. Целых 3 месяца понадобилось юным футболистам, чтобы пройти первый отсев турнира. Данные соревнования начались с предварительных этапов. Первый этап – это межрайонные соревнования, которые проводили все общеобразовательные школы города и области. Второй этап – сильнейшие команды выезжали у нас в зоны. Победители этих зон вышли в финальный этап, который проводим мы сегодня. На торжественном открытии участников соревнований приветствовал министр спорта Омской области Александр Фабрициус. По его словам, для многих юных футболистов дорога в большой футбол может начаться именно на этом турнире. Мы проводим огромное количество турниров, но вот этот турнир именно вместе с Министерством образования, именно мини-футбол в школу, он очень популярен, потому что дети играют в школе, играют на занятиях по физической культуре у себя в школе, ну и в районах очень популярен. Поэтому дети подрастают, в районах есть подрастающее поколение, которое может заменить старших, и тем самым мы, конечно же, делаем тот фундамент, закладываем именно юных детей, которые участвуют. Но мне сегодня понравилось то, что здесь огромное количество команд из девушек. Я думаю, что наши девушки в дальнейшем покажут и проявят себя на российском чемпионате. Действительно, все больше этот вид спорта набирает популярность среди девушек. Как заявляют сами представительницы прекрасного пола, в роли нападающего или защитника чувствуют себя вполне комфортно. Это редкий вид, что девочки играют в футбол, и нам нравится. Мы учимся, так научимся, как и все мальчики, и даже лучше некоторые. Сыгрывались, пытались сыгрываться, когда узнали, что вот и проходит Мишка в мини-футбол в школе. И собираемся выиграть, хотим выиграть, настроены на победу. По итогам регионального этапа в следующий тур пробились 7 омских команд. Если повезет, то омичи представят свой регион на всероссийском финале, который пройдет в Московской области с 20 по 29 марта.